Большинство людей живет так, как будто момент сейчас является препятствием, которое им нужно преодолеть. А момент сейчас — это жизнь. Этот момент содержит всю полноту жизни. Единственное место, где можно найти жизнь — это момент сейчас. А для большинства людей — он является помехой, и это является глубоко укорененной ментальной привычкой, которую мы все коллективно унаследовали. Они больше интересуются каким-либо другим моментом, следующим, или тем моментом, который наступит после следующего момента. Они обращаются с этим моментом как средством, помогающим переместиться в следующий момент. Большую часть своей жизни они проживают вот таким образом. И такой способ жизни является дисфункциональным, потому что вы упускаете всю свою жизнь. Вы упускаете измерение глубины вашей жизни, а все, что у вас остается, это скольжение по поверхности вещей. На первый взгляд, этот момент чаще всего не является интересным для человеческого ума. Он используется для того, чтобы попасть в будущее. Для того, чтобы понять важность этого момента, вам может очень помочь, и я говорю вам это сейчас, потому что очень важно, чтобы вы смогли выдержать сидение здесь в течение нескольких часов без ощущения, что вы не можете больше выносить этот момент сейчас. Если вы не можете больше выносить этот момент сейчас, это означает, что вы больше не можете выносить самих себя. Вы хотите сбежать в мир фантазий в своем уме. Так как же находиться здесь и оставаться укорененным в моменте сейчас и исследовать вертикальное измерение вашей жизни, так как вы были озабочены горизонтальным измерением в течение всей вашей жизни, моей жизненной ситуации. Вот это случилось со мной, это получилось, это не получилось. Но никому из присутствующих здесь их жизненная ситуация не принесла полного удовлетворения. Каждая жизненная ситуация имеет в себе дилемму. Каждая жизненная ситуация является проблематичной. Каждая жизненная ситуация пока еще не является разрешенной, содержит много нерешенных вопросов, обстоятельств, которые должны были бы сложиться иначе, но не сложились. Эта история никогда не бывает полностью удовлетворяющей. История меня, моя история. Такова любая жизненная ситуация, которая существует во времени. Ну и, конечно, в истории меня должно быть будущее, так как я думаю, что однажды я дополню историю меня и буду чувствовать себя абсолютно и полностью самим собой. Я, наконец, достигну вот этого чувства, что я полностью укоренен, я нахожусь в полной безопасности и покое, и жизнерадостности. Однажды я стану полностью самим собой. История меня наконец достигнет того момента, когда я смогу сказать: вот оно, ну наконец-то. Она полная. Я достиг. И затем я буду самим собой, но пока я еще не полностью являюсь самим собой. Практически все чувствуют это. И если вы сделаете ошибку, купив журнал «Сплетни», в котором много фотографий, и увидите изображения людей, которых издатели пытаются показать вам как достигших, что истории их полны и совершенны, они живут в особняках, они выглядят гламурно. Просто подождите следующего номера этого журнала, и вы увидите, что они страдают от наркозависимости, они без конца разводятся и вступают в брак со всеми бесконечными страданиями, которые это приносит. Они проводят полжизни в адвокатских конторах. Таким образом, их история не совсем полна. И на этом уровне она никогда не будет полна. На уровне вашей жизненной ситуации, на временном уровне, всегда присутствует это чувство недостаточности, неполноты. Если вы извлекаете свое чувство себя из моей истории,
Вы всегда будете чувствовать некоторую недостаточность. Я еще не являюсь собой полностью. Если бы вы могли жить так долго, как вам захочется, то спустя 500 лет вы бы обнаружили, мне нужно еще 500 лет. Пожалуйста, дайте мне еще немного времени. И если бы это был семинар, на котором я бы мог сказать вам, что нужно предпринять, чтобы достичь состояния внутреннего покоя за 14 легких шагов, которые требуют столько же лет, вы наверняка были бы вполне удовлетворены, потому что вы могли бы взять с собой домой хоть что-то с чувством «Он дал нам время», и это радует. На этом уровне нахождение здесь не является удовлетворяющим, потому что наша встреча работает на другом уровне. Вам здесь ничего не дают, даже пищу для размышления в конечном итоге. Тогда как же она работает? Какой толк в том, чтобы находиться здесь? Нахождение здесь работает на трех уровнях. Первый уровень. Вам здесь дают маленькие указатели с тем, чтобы вы могли посмотреть на что-то, что прежде принимали как что-то абсолютно само собой разумеющееся в своей жизни, и подвергнуть это сомнению, и увидеть, наконец, что здесь имеет место дисфункция. Прежде чем вы сможете увидеть, что что-то является дисфункциональным или даже безумным, я называю нормальное безумным. Нормальное сознание человечества содержит большое количество безумия. Если вы не верите этому, пойдите и купите книгу по истории. История человечества. Лучше всего история человечества 20 века. Она самая безумная. Когда человеческие существа истребили более 100 миллионов представителей своего собственного вида. И это в течение одного столетия. Но все столетия весьма безумны. Чуть в меньшей степени. И это безумие сейчас увеличивается, и, возможно, этот процесс ускоряется. Да, в уме человечества присутствует очень сильная дисфункция, и мы будем вести разговор о ней здесь. Вы увидите, как она может быть распознана в коллективном энергетическом поле сознания планеты, человечества, истории и в первую очередь в самих себе, в своей собственной жизни, потому что коллективное — это отражение индивидуального. И когда вы увидите эту модель поведения в себе, например, что вы никогда не присутствуете в единственном месте, в единственном моменте, где находится жизнь, здесь и сейчас, вы очень редко присутствуете здесь и сейчас. Когда вы увидите это, осознаете это, тогда, до некоторой степени, вы уже выходите, одной ногой уже вышли из этой дисфункции, когда вы видите это. Человек, который знает, что он безумен, уже не является больше абсолютно безумным, потому что само видение дисфункциональной модели в себе не является частью этой дисфункциональной модели. Так что похоже, что часть нашей беседы указывает на то, что можно было бы назвать плохой новостью. Плохая новость — это дисфункция человечества. Но видеть это очень полезно, потому что, видя это, вы становитесь свободными. И это первый шаг к свободе, первый шаг из этой дисфункции. Если вы посмотрите фильм «Игры разума», он о человеке, который полностью отождествился со своим очень мощным умом. И в какой-то момент фильма он понимает, что его реальность в большой степени иллюзорна. Зритель понимает, что реальность этого ученого иллюзорна в тот самый момент, когда и он понимает ее иллюзорность. И именно с этого момента он начинает исцеляться. Потому что когда вы распознаете иллюзию как иллюзию, это означает, что у вас появилось что-то, что не является частью этой иллюзии, и это что-то — это осознанность, присутствие. Поэтому получить указатель на определенную дисфункцию и увидеть ее в себе — полезно. В этом нет ничего личного. И это один уровень, на котором работает эта встреча. Другой уровень —
Я вам даю маленькие указатели, чтобы показать вам, как вы можете выйти из дисфункционального состояния сознания. Или можно посмотреть на это с другой точки зрения, как на порталы в другое состояние сознания. Это второй уровень, на котором работает наша встреча. А третий уровень, с которым работает эта встреча, не имеет отношения к словам, или мыслям, или концепциям. Он имеет отношение к... Трудно объяснить это словами, так как он не имеет отношения к словам. Вы становитесь настроенными на энергетическое поле, которое находится здесь, на этой встрече, и которое не имеет отношения к словам. И тем не менее, слова появляются из этого энергетического поля. И это есть энергетическое поле присутствия. И даже если вы будете время от времени засыпать, оно будет по-прежнему действовать, оно будет просачиваться. А для тех из вас, кого, возможно, притащили сюда друзья и которые, возможно, не смогут выдержать длительного пребывания здесь, я дам кое-что сейчас, что, возможно, однажды вы найдете в высшей степени полезным, когда наступит время страдания в вашей жизни, и вы будете готовы к этой трансформации. И это, конечно, для всех остальных, кто находится сейчас здесь. И я вам буду постоянно напоминать об этом, пока вы находитесь здесь. Первая точка выхода из состояния сознания, которое ограничивается временем, заключается в следующем. В то время, когда вы находитесь здесь, постоянно убеждайтесь в том, что вы можете чувствовать, даже если это чувство находится только на заднем плане, жизненную энергию, которая находится в вашем теле, так как ваше тело, несомненно, живое, но большинство людей не чувствуют связь с жизненной энергией, которая находится в каждой клеточке и в каждом органе их тела, и не только с жизненной энергией, но и с разумом, который лежит в основе всего функционирования вашего тела. Они живут в верхнем отсеке, вот здесь. Они занимают это здание, но живут на чердаке. И проживая свою жизнь на чердаке, они носятся из одного угла в другой, как маленькие мышки, очень занятые там, наверху, говоря: «Мне так тревожно, я не знаю, что делать дальше, что мне нужно делать дальше». Нет. Дальше всегда бывает, когда вы отождествляетесь с ограниченным временем, созданной умом маленькой сущностью. Для этой сущности следующий момент более важен, чем этот. Что я должен делать дальше? И тогда вам приходится проявлять усердие, чтобы удовлетворить свою жадность к следующему объекту, жадность ума, еще больше стимулов, вы переключаетесь с одного объекта на другой. Вы находитесь в напряжении, и это обычное состояние. А затем очень быстро появляется какая-либо болезнь, потому что вы не присутствуете здесь. И это ужасная участь быть застрявшим вот здесь, наверху, в постоянно продолжающемся потоке мышления, что есть ум человечества, 99% которого это постоянное повторение одного и того же. И это никуда не приведет вас, это только создаст для вас огромное количество проблем. 2% вам нужны, может быть 10%. Но все мышление, с которым большинство людей полностью отождествлены, как с тем, кто они есть, одна мысль появляется, следующая мысль появляется, следующая мысль появляется. Я так обеспокоен этим, я не знаю, что же будет. Конечно же, вы не знаете, что будет. Мне нужно знать. А затем ум всегда имеет дело с прошлым и будущим. У вас есть вот этот невероятный груз, который вы носите. Слева – ваше прошлое, справа – ваше будущее, и оба они являются тяжелейшей ношей, потому что прошлое обычно в основном не так уж и замечательно. А будущее очень проблематично. У него есть два лица.
надежда и страх. Может быть, все начнет складываться лучше. Возможно, я найду себя где-то там, в будущем. Но, с другой стороны, где-то очень глубоко все понимают, что в конце концов ничего не станет лучше. Потому что сколько бы оно ни улучшалось, однажды наступит момент, когда все ухудшится, и на уровне формы так и должно быть, потому что судьба всех форм – разрушение. Даже если вы построите империю, вопрос лишь в том, кто из вас исчезнет первым, вы или ваша империя. Недолговечность – это сама природа форм. Поэтому если вы извлекаете свое чувство себя из вот этого, что вы носите как меня, то тогда вы постоянно будете находиться в страхе и напряжении. Надежда, страх и напряжение от того, что вы испытываете нехватку. Вы идете по жизни вот с этой ношей меня, говоря, я еще не полон. Мне нужно немного больше этого. Чтобы дополнить мое чувство себя, купить то. Все рекламодатели прекрасно знают, что ваше чувство себя еще не полно. И они хотят заставить вас чувствовать еще большую неполноту. Таким образом, вы покупаете их продукт, и на мгновение вы можете добавить ментальный образ этого продукта к тому, как вы думаете, кто вы есть. Потому что он теперь ваш. Моя такая-то, такая-то машина, платье, дом, туфли. Вы добавили ментальный объект к тому, кто я есть. Он мой. На мгновение он дополняет вас, но это не длится долго. Иногда даже только сам акт покупки дополняет вас, добавление чего-нибудь ко мне. Затем вы приходите домой, смотрите на свою покупку и все еще испытываете приятное ощущение, затем вешаете ее в шкаф, и спустя 5 лет она все еще там. Важен был только акт добавления. Поскольку вы ищете всевозможные объекты, чтобы добавить к себе, именно поэтому таким важным будущее кажется вам, потому что вы извлекаете свое чувство себя и сотворенного умом накопления образов и мыслей о том, кто вы есть. Поэтому вы всегда испытываете недостаток, и любой, кто находится в поиске, большего, отчаянно нуждаются в будущем, так как они верят, что будущее даст им это большее, и оно даст, но это не дополнит их никогда, надолго. Слава. Многие люди хотят славы, так как они считают, что когда они получат славу и состояние, тогда наверняка они состоятся. Если вы посмотрите на всех известных людей, они точно так же несчастны, как все остальные. Некоторые даже еще более несчастны, за исключением нескольких людей, которые не придают значения славе и состоянию, понимая, что это не то, кем я являюсь. И они продвигаются несколько глубже. Иногда вам приходится получить все, что, как вам кажется, вам необходимо, и по-прежнему чувствовать себя неполным, и тогда вы понимаете, что все это не то, где вы можете найти себя, истинного себя. И это также не то, где вы можете найти постоянный покой, который является частью того, кто вы есть в своей сути. Ничего плохого нет в том, чтобы добавлять что-то, переживания, знания, компетентность, даже собственность. Но если это является поиском себя, если вы вкладываете в это чувство меня, то тогда это тоже является одной из форм страдания, потому что вы никогда не получите это. Таким образом, жажда большего преобладает в человеческих существах, потому что они ищут себя. Жажда большего может даже присутствовать здесь, потребность в том, чтобы вас накормили большим количеством концепций, но вы здесь не получите большое количество концепций, поэтому вы можете испытывать вот такое чувство: «Мне не дают то, что я хочу» или «В чем я нуждаюсь». Да, конечно, не дают, потому что в конечном итоге для того, чтобы вы могли найти себя, ничего не нужно добавлять. Добавление «к» хорошо работает на уровне жизненной ситуации, и на этом уровне вы можете играть, узнавая что-то новое, и это здорово. Открывая для себя новые страны, покупая то или это, все это прекрасно, если вы не ищете во всем этом себя, тогда это прекрасно. Таким образом, на этом уровне, да, добавление чего-либо – это хорошо. Интересно узнавать что-то новое, но если вы ищете какого-либо длительного удовлетворения, покоя, вы не сможете здесь это найти. Если вы ищете себя, вы не найдете себя на этом уровне. Всегда будет вот это «а что теперь?».